Компания «Леруа Мерлен» набирает сотрудников во Владикавказе. Для этого в Северостинском госуниверситете прошел так называемый «День карьеры». Его посетили более сотни студентов и выпускников вузов республики. Ребятам рассказали о политике компании, ее деятельности и деталях трудоустройства. Все желающие могли заполнить анкеты соискателя. С ними после состоялись индивидуальные собеседования. Магазин открыл вакансии продавца-консультанта, менеджера отдела и руководителя отдела. Причем часть сотрудников уже набрали. Напомним, первый на Северном Кавказе торговый центр компании «Леруа Мерлен» заработает во Владикавказе в 2019 году. В июле этого года на месте строительства заложили первый камень будущего центра. Наш штат будет составлять порядка 180 человек. Часть команды мы уже набрали, уже у нас работает порядка 30 человек. Соответственно, ждем остальных, которые в скорое время присоединятся к нам. Перед открытием магазина мы регулярно проводим дни карьеры в каждом городе, в котором мы будем открывать магазин, для того, чтобы жители города могли познакомиться с нашей компанией чуть ближе и, конечно же, для того, чтобы мы могли набрать амбициозных ребят, которые открыты этому миру, которые готовы развиваться, которые готовы достигать новых высот.